И снова я вас категорически приветствую, дорогие друзья. Сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и будем править ухо. Что конкретно мы там правим? Дело в том, что вот есть схема ушной раковины у нас, да? За вот этими барабанная перепонка, там дальше есть маленькие косточки, самые маленькие косточки в нашем теле, всего по 2-3 мм. Это стремечко и наковальня. А, молоточек он такой еще есть. И вот Евстахиева труба идет дальше, она идет до назальных пазухов вот здесь. Так что представляете, что она вот под 45 градусов вот туда входит вглубь головы и идет внутри. То есть нам надо ее вот за ухо, за ушную раковину оттуда вытащить, как бы выдернуть. Для этого мы, ну, чтобы рука не скользила, берем кусочек салфетки, там достаточно очень маленького кусочка. Фиксируем человека, вот он прижимается к спинке. Здесь залазим, прием первый. За нижнюю часть ушной раковины, туда поглубже нам надо залезть. Чтобы волосы не мешали, сейчас уберу. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть назад. Вот за нижнюю беру, плотно-плотно, так поглубже вот туда. И выдергиваю вот таким движением, резко, по направлению вот туда получается, да? Вот захват, видите? В сторону и вверх. В сторону и вверх. Раз. Только не ломайте само ухо, будет больно, да? А именно тогда сжимайте, когда уже прицелились. Вот прицелились и чип, резко. Второй прием. Беру за верхнюю часть уха. Вот прямо вот туда вот залажу. Вот. Косточки как бы ближе, да? Туда? Да, поближе к косточке. И выдергиваю, получается, тоже вот туда. Вот. Был щелчок, да? Она услышала. И третий прием. Я берусь вообще за всю ушную раковину плотно. И своим кулаком вот от головы отталкиваюсь. То есть голова опирается рычаг. Да, да, пальчики делают рычаг вот от головы. Вот прицелился. Фиксирую голову, чтобы она не качалась. Даже так можно, да, чтобы не качалась. И выдергиваю тоже касательно вот в ту сторону. Опа. Слышали, да? И еще один прием. Дело в том, что тут идет вот над ухом сухожилие. Его тоже можно выдернуть вот таким движением хлестким, как плетка. То есть вот мы приподняли ухо. Вот, вот оно вот здесь. Вот. И в сторону. Резко, терпимо? Так, да, Олег? Терпимо. В сторону вот так. Да, вот так. В сторону. И вниз, ну как бы плеть, удар плетью. Можешь себе самому сделать. Сейчас сначала вверх немножко, потом резко вниз. Сначала вверх и резко вниз. Вот так. С ушами. Ну вот так мы за руку дергали я в сторону. Поняла, да. Под тем же углом. Все. Да. И кулак как рычаг у тебя. Вот так, да? Да. Ну, Ольга, если что. Ну, нормально. Ну там уже до этого все было, да? Смотрите. Ну вот так весело у нас проходит занятие. Вот такое движение, да, вот так вот. А нужно как бы пальчиками вытягивать на себя вот сюда. Да, во. Ну подожди. Так, еще раз. Вот так, да? Упираетесь костяшками и вот такое движение. О! О! Нифига себе. Yes, получилось, давай пять. Мои навыки растут с каждым днем, не по дням, а по часам, да. Не говорите. Молодец, Оксана, молодец. Так, и теперь я должна... Хлесткое движение, да, вот такое. Не-не-не. Вот. Да вы... Терапевт, я вот иногда здороваюсь, так вот, подходит ко мне человек, да, я сразу зову, что привет, и так, раз, и два уха, щелкни сразу. Хорошее приветствие, полезное, главное. Берите во внимание. Правили уши, да? Посмеялись, посмеялись, но на самом деле это что ты чувствуешь? Усилилось кровообращение. Мозги заработали. И мозги стали лучше, да, работать? Легкость такая, есть в голове, да? Есть легкость, да. Ну, ну отлично вообще. Спасибо волшебнику. Давай пять. Ага. Все, всем пока. Все, улыбайтесь, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. С вами был Олег Гудвин.